Может, проводишь меня до дома? Я сейчас не в городе. Ласуха сказала фразу, которую никогда раньше не говорила в школе. За 20 лет вы самый лучший класс. В современной школе. Поднимите руки те, кто сделал домашнее задание. На уроке физкультуры в церковно-приходской школе. А ну слезай с каната! В семье. Сынок, ужин на столе. А в тарелку слабо было положить? Случай в семье вампиров. Мам, скинь попить. О, фреш, спасибо, мам. В общем, шуток у нас много. А сейчас... Раскачаем зал, этот день настал. Фестиваль любимый. Да на Тайване каких только персонажей не встретил. Каждый второй Дэдпул бессмертный. А вы кто такие? Ну, судя по тебе, мы вообще безбашенные. Я вот, например, осознанно не готовлюсь к ЕГЭ. А мне поставили манту, а я ее расчесала, потом намочила. А я списываю у двоечника. А вместе мы отряд самоубийц. Чё? Трудовик, физрук и незамерзайка – вот отряд самоубийц. Значит так, собрали все свои силы, свои маленькие девичьи кулачки и вперед за победой! Ну что ж, начнем. И сразу мы хотели бы задать несколько вопросов нашему директору. Почему мы 10 лет сдаем на шторы, которых нет? Почему урок труда ведет неадекватный человек? Только первошей, почему нас не взглянешь везде? Столько малышей, наверное, потому что все это наша школа, мы не забудем эти годы. Тут все было очень клёво. Команда КВН «Почти смешно», мы начинаем! Итак, в школе на Колы только... Итак, в школе только на Хэллоуине можно увидеть такую ситуацию. Капец ты страшная! Спасибо! Ой, на мне же костюм нет! Ой, ты куда? На детской площадке. Ангелина, иди обедать! Семьи, чьи окна не выходят во двор, а выходят на улицу. Родители, родители. Семьи, чьи окна не выходят во двор, а выходят на улицу. Родители, ваши дети вас не слышат, поэтому орите громче. О, это я, получается, целый день батю скидывал. Слышь, Колота, я что-то не понял. А что это вы нас на КПП забыли? Вообще-то мы вас там не забыли. Мы вас там оставили. Ведь вы прошлая школа номер 6, а мы ее настоящая. Мы лицей. Слыхал, старичок? Да какой он старичок? Он даже на старого не похож. Романыч, я тебе говорил, твое отставание в развитии тебе когда-нибудь на руку сыграет. А когда что-то играет, Романыч поет. Берем Обаму, берем шампунь. Так, стоп! Да что ты завелся-то? Ребят, вы хоть понимаете... Ребят, вы хоть понимаете, что благодаря нам ваша команда прославится? Ведь у вас будет единственный одноглазый певец. Так у него же два глаза. Так это пока, Романыч. Так пошли вон отсюда. Пойдем, Романыч, нам тут не рады.
Да нам нигде не рады. А, ну тогда остаемся. Ребят, вы понимаете, вы как толстые девушки, а мы как лосины. В смысле? Ну мы дополняем друг друга. Так что давайте, вы начинайте, а мы на подхвате. Дура, замести учителя по информатике. Играйте. Дорогие друзья, ЕГЭ глазами ученика. Блин, если ЕГЭ не сдам, точно в армию заберут. Фух, заберись. Так, в каком году началась Великая Отечественная война? Может, в 42-м? Не-не-не. В 43-м, может? Да какой 43-й? 41-й, точно. Сергей Петрович, можно в туалет? Только быстро. Так, что у него? Какой 41-й? 43-й? У нас и так недобор! Учителя всегда близко к сердцу воспринимают неудачи своих детей. Итак, в магазине. Здрасте! Здравствуйте. А ментай поступил? Да, поступил. Вот видишь, балбес, даже ментай поступил, а ты нет! Я расскажу вам страшную историю. Один парень пошел гулять с девушкой, и в самый неподходящий момент у него развернулись подвороты. У меня тоже есть история. Одна девочка целый год ждала снега, чтобы первой сфотаться с ним и выложить в Инстаграм. По итогу она оказалась 666-й. А одна бабка перепутала вейп с ингалятором. Ее астма вылечила. Так, стоп! В чем тут это вообще? А это потому что только сегодня и только сейчас при покупке одного вейпа 3 вкуса в подарок. Как ты с Инстаграма вообще вылез? Пошел вон! А у меня есть еще одна история. Торговый центр «Острова» с каждым годом становится все больше и больше. И в 2025 году Япония перестала требовать Курильские острова и начала требовать Благовещенские. Это же нам теперь придется Wi-Fi бесплатно где-то находить. И едем, едем в соседнее село, на дискотеку. Я что-то не понял, это что за неделя моды в чигирях? Вообще-то, это вечеринка в честь Хэллоуина, и вход только в костюмах нечисти. Слушай, во-первых, это костюм сборной России по футболу, а во-вторых, судя по оценкам Романыча, у него вместо башки реально тыква. Да вы даже не готовились к этому празднику. Как это не готовились, Романыч? Семечки? И при чем тут Хэллоуин? Так они же тыквенные. Вы что, не могли из тыкв хотя бы светильники сделать? Да что это вообще за традиция такая? Это чтобы души нашли путь в чистилище. Третий маршрут до КПП, вот тебе путь в чистилище. Да у вас у самих-то костюмы не очень. Вот ты кто такой? Я злой волшебник, имени которого нельзя называть. Ты чё, школьный психолог, я не пойму, твое имя и так никто не знает. А вот у тебя серьезно маска отстойная. Чё сказал? Воу-воу-воу! Тебе так реально лучше! О! А вот это четкие шмотки. Чё типа костюм нашего участкового, да? Типа оборотень, да? Ха-ха. Нифига вы, пацаны, заморочились, он даже внешне похож. Так ты это реально наш участковый? Слышь, башка! Чё? Теперь ты не башка, ты теперь Форест. Почему? Беги, башка, беги. Лёва, ты почему перестал играть? Сперва вы мне заплатите, а потом я буду играть. Ты чё на всё выступление портишь? Мне нужен мои колораты. Так мы же тебе заплатили. Ладно, какой бюджет, такая и музыка.
просто решили исполнить наши русские корни. Какие русские корни? Ты сначала русский язык выучи! У тебя еще чесанчи на губах не обсохло! А это кто? Первая жертва гололеда? Нет, я все расскажу песней. Холодный ветер с дождем усилился стократно и дал нам тест тепло в дом, только неаккуратно. А я был дома один, и вот судьба злодейка, и прямо надо мной прорвала батарейку. А-а-а, кипяток! Так, Максим, хватит! А вам ара вареный нужен? Какой ара вареный? Ну, попугай вареный. Ай, мне нужен! Так, не пугай людей, стой на место! Настя, ты мешаешь развиваться нашим талантам! Ради бога, развивайтесь! У меня есть песня. Я к нему поднимусь в небо, я за ним упаду в пропасть, я за ним извини гордость, я за ним одним я ловлю Пикачу. Команда КВН полусладкая, классика в новом стиле. Английский язык и ПТУ – две несовместимые вещи. Итак, представьте, урок английского языка в ПТУ. Hello, my little potato. I am blackboard. We my rubbish, you my job. Итак, lesson 2. Юра, Cambodia in me. Do you wanna homework? Yes, my homework is due. Юра, go to is due. Миша, Cambodia in me. Say about your family. I won't talk about my family. No. No. I won't talk to your my mother. No. Father. Yes. Миша, you stupid, sit down. What? Sit down? Yes, you down, sit. Animals, осталось так мало o'clock. In chocolate in your body. Шнея, goodbye. Благовещенцы часто ездили отдыхать в Китай, но сейчас ситуация изменилась, и китайцы приезжают к нам. Поэтому на таможне скоро можно будет увидеть такого персонажа. Друга, привет! Помогай надо? Да не-не-не, я тебе помогай! Не-не! Такси надо, друга? На остров? Круче, на острова! Как Юаньдун? Да, все свои юаньдуны там потратишь. Чифанька? Столовка! Чифанька! Столовка! БГПУ! А, у Наташи друга пиво 2 юаня! Нет, 2 юаня — это боярышник, вот. Тебе юани поменять надо? На рубли? Нет, на безопасность. Ты мне юани, а я тебя не трогаю. Нет, не надо. А электрошок? Я не покупаю. А я не продаю? Что самые богатые дети, поэтому родителям несложно на классном часе скинуться на форму от Видашкина. Двигаемся дальше. Вторая школа с первомайки и 18-я со спички. Как вы понимаете, вторая 18 часто сконтактирует с первой. Далее у нас форма для 23-й школы. Дорогие друзья, модель смоковой пойти очень долго идти, но это также городская школа. Двигаемся дальше. Школа номер 14. Школа с китайским уклоном. Ребята из нее часто встречаются со второй, с 18-й и чего греха таить с 11-й школой. Школа номер 6. МЧС. Я извиняюсь. А, молодой человек, вы точно МЧС? Нет, я с 23-й чуть опоздал. 23-я школа, дорогие друзья. Маховая пать — это тоже город. И, наконец, 6-й лицей. Школа с уклоном МЧС. Ты где был?
Пожар тушил. А что горело? Да трубу физрука. Перед вами стоит будущее страны и 5 безработных. И нам нужно запомниться. И я всем вам придумала клички. Ты будешь ЕГЭ. Почему? Бесишь меня. Так, у тебя парень есть? Нет. Значит, будешь Елена Ваенга. В смысле? Потому что снова стоишь одна. Так, Соня, нам все это надоело, и мы решили пригласить в нашу команду настоящего мужчину. О, Чикипоп! Стоп, Соня, это человек. Нифига себе на улице похолодало. Вот это пацана скукожило. Так, я сейчас отпишусь от тебя в Инстаграм и все лайки обратно заберу. Во-во-во, вот это вызов, это батл. И с вами я, Школотатор. Справа от меня МС Соня Бой. Слева от меня МС Окси Малой. Ну что, пошумим, елки-палки? Соня, ты одна здесь шумишь. Так, девочки, мы его позвали, чтобы разбавить наш женский коллектив. Это в МБЭТ нужно кого-нибудь позвать, чтобы разбавить их женский коллектив. Так, как называется наша команда? СМС. Это типа старые милые семиклассницы? Сосиски мне срочно! Да нет же, что это вообще за название такое? Я говорю, сосиски мне срочно принесите, а то уже бесить начинаете. Команда КВН СМС, мы начинаем! Представьте, Джастин Бибер провинился. Папа приезжает с командировки, детей отправляют погулять. И так шел третий час на улице. Да? Мама, я замерз, на улице холодно. Я перезвоню. Да блин. Мама, октябрь, я реально замерз. Вы не туда попали. Да она издевается надо мной. Абонент временно недоступен. Тебя узнал! Да ладно, открываю.